блин, зайчиком. На базу можно за предметами не ходить, но хилиться все равно придется. Ты же сама себя можешь хилить и ману устанавливать. Ману устанавливаешь, когда там, по-моему, третий спал, когда они в тебя попасть не могут с кулами. Бегаешь под них, не в тебя стреляют, не попадают, и ты ману от этого, по-моему, устанавливаешь. Если мне память не изменяет. Так, и с ней, значит, что, мы налево? Пойдемте красный сначала возьмем. Наверху. Там же не красный, а этот, как он называется? На скорость атаки, херня. Он на скорость бега желтый. Желтый по-моему. У них. А у нас красный или... Все, теперь пойдем за синим. Полегче будет. Ты помнишь, что у тебя третий спелл хилится? Да. Так, а где второй? Восток. Идёшь. Ранен. Там рано бас. Вот. Ну, там. Меньше, чем у нас даже с тобой. Очков и никто не рисовал. Ганеш умеет вперед бегать, я ничего не помню. Я не знаю. Нам так знать. An enemy has been slain. Делать. Я тут бить не могу, двигаться не могу, поколдовать не могу. Еще один чувак, который умеет все и сразу. На базу пойду. Так. Perfect.
Покажу. А, вот он еще салит каким образом. Да, я пойду схожу, у меня предмет накопилось на полный. Наших не видно. Your evil strengthens our resolve. An enemy siege juggernaut has arrived. Идет ко мне. Я здесь. Я его. An enemy has been slain. Стоял. Блять, промазал по тебе, Миш. Чё? Не Макс, я как будто знаю, что ты там делаешь. Промазал, говорю, по тебе. Да. Ладно, я на базу пошел. Помог бы мне допушить. У меня хп вообще нет, я боюсь, что будет. Juggernaut has been destroyed. Perfect. Your right tower. Иди направо, Макс, помоги. Я тоже иду туда. Ловить паучиху в лесу. Макс идет ей навстречу. А, вот она. Поймал. Теперь сюда вытяну шурышку. Что он пытается мне сказать? Откуда я знаю? А что он тебе говорит? Steel Frozen. Блять, понял что? Чего? Да он не спец. Я слону. Стил Фроза, блять. Чё вот он пытается мне этим сказать? Я не понимаю. О, смотри, кто у нас. Миш, я убежал. Да, очень печально. За мной какой-то паучок. Блять. Блять, ну я почти добежал. Это тебе, видимо. Крадешь у него мороз? Я пойду красный заберу, раз он там просто так лежит. Так. Блять, не успел. А там нашла кого-то на синем. Может, середину заберем? Или не получится? Там еще Ганеша бежит к вам, народ. Oh, no, no, no.
Беги, Миш, я на тебе. Главное, убеги. Главное, убеги, Миш. Блять. Это за мной гонятся, прикинь. Да твою мать, ты кидал. У него далеко стрела. Your right tower is under attack. Your right tower has been destroyed. Что вот хули делала в чужом лесу? Спровоцировала драку, которая, блядь, была невыигрышная. Они центрального бьют. An enemy siege juggernaut has arrived. Да, они все слева, народ, бить налево. Я иду. Блять, как ваги. Блять, по нему что не идет, что ли? А, они все туда куда-то бежали. Направо. А, они погнались, походу. Мне сейчас к тебе прибежит еще это. Да я ухожу, я их выгнал. Посадку убейте, блядь. Надо направо идти, наверное. Да тут вышки уже нет, можно уходить. Не кинуло, по-моему. Может, ты убежал из зоны, не знаю. Я не знаю, как ты видишь. Зоны. Нашего убили, походу. Right такой получал. Поворачивай! Никогда не поворачивает солнце. Это еще... По крайней мере, мы убежали, там что это? Надо забой. Через стены стреляет пинком. Я у вас. Там смотри, она может быть еще паукан. Блять, тут этот слон. Миш, ну не оставляй меня одного. Сука, ну что ты убежал-то, блядь? Я тоже бы там сдох. Да ты бы, блядь, их поотвлекал, у меня спылы бы отвлеклись, и я бы их убил. У меня дамаг херенный. У меня просто спылы нихера. Сдох. Тем более наши прибежали там. Справа сейчас вышка будет бить мобу. Не тоже справа вышка спушится. Далеко куда-то идете. Идем на центр, Миш. И куда ты побежал? Я думал, драться с ними будем. Блять, ну пошли.
An enemy has been slain. Killing sprees. Мне кажется, слоник, что ты бегаешь как-то быстро. Уже слоник. Че, и как это связано? Что, теперь бежать как-то? Слон? Как электровеник. На середину пойдем. Главное, чтобы они к нам не пришли. Они же мертвые. Сейчас риснулся. ТП, конечно. Да, прилетим на Джиггернаут. Эпку вышла. Джиггернаут. Так, валить, наверное. Да. Вы на второго тпкаетесь? Я побежал. Тпкаетесь на второго или нет? Они здесь еще. По крайней мере, слон здесь. Мы тоже останемся, отвлекаем. Блять, слон здесь, а они там уже. Думаю, надо отходить. Серьезно? А чё, ничего ж не случилось, такого по киллам шли нормально. Психанули просто. Хули психовать-то?